Всем привет! С вами Информ ТВ. Многие СМИ недавно утверждали, что известный актер Алексей Янин оставлен на произвол судьбы своей женой Дарьей. Но женщина опровергает эту информацию. Она соглашается только с одним. Да, она проживает с сыном отдельно, но всеми силами участвует в реабилитации супруга. Именно она оплачивает услуги сиделки и все лекарства. Помимо этого, Алексея часто посещает его 8-летний сын Андрей. Цитата. «Конечно, он понимает, что произошло с его папой. Даша показывает ему видео, снятое, когда с Лешей все было хорошо. Это бывает очень трогательно. Когда он приходит к нам, то иногда говорит: «Пап, вставай». Ему, конечно, хочется, чтобы папа был, как раньше, подвижный и играл с ним». Именно так рассказала Ольга Андреевна, мама актера, в программе «Звезды сошлись». По ее словам, мужчина точно уже не вернется к полноценной жизни. Сейчас он инвалид первой группы и вряд ли это изменится, но прогресс в его состоянии она видит. Прошло 5 лет после инсульта. Он ежедневно занимается, освоил многие важные навыки и даже потихоньку начинает вставать на ноги. Для всей семьи этот прогресс был знаменательным событием. Ольга Андреевна говорит, что Алексей сейчас не одинок. Его часто навещает не только жена с сыном, но и друзья. Врачи утверждают, что интеллект Янина полностью сохранен, и он понимает, что с ним произошло, и узнает всех близких. Можно расплакаться, если увидеть, с каким трепетом Алексей ждет приезда супруги и Андрюши. Все же поклонники надеются, что Алексей полностью пройдет реабилитацию и даже вернется на сцену. Ведь ему есть ради кого это делать, у него много друзей и близких людей. Если вы помните этого прекрасного актера, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!